Здравствуйте, меня зовут Андреева Маша, мне 14 лет, и я воспитанница детской студии при Театре Российской Армии. Театральный опыт у меня уже имеется, опыт съемок тоже. На данный момент я учусь в 9 классе, и самая моя ближайшая цель на ближайшее время – это хорошо сдать экзамен по математике и, наконец-то, перейти в 10 класс.